Арсений Яценюк надеется, что Украина сможет претендовать на членство в Евросоюзе уже в 2017 году, после того, как соглашение об ассоциации с ЕС будет полностью введено в действие. Об этом премьер заявил на заседании кабинета во время обсуждения плана по имплементации документа. Чем швидше Европейский Союз побачит. Чем быстрее Европейский Союз увидит, что мы вводим в действие соглашение об ассоциации, тем быстрее мы получим шанс предложить свою кандидатуру на вступление в ЕС. Сообщить ЕС, что мы отвечаем всем критериям и в соответствии со статьей 49 соглашения можем претендовать на членство в Евросоюзе. И 49 договору Украина может претендовать на членство в Европейском. Днем ранее соглашение Украины об ассоциации с ЕС было ратифицировано Верховной Радой и Европарламентом. Именно нежелание президента Януковича подписывать документ стало в конце прошлого года поводом для начала уличных выступлений в Киеве и привело к последующим кровавым событиям. Поначалу Брюссель и Киев отказывались учитывать возражения Москвы относительно соглашения об ассоциации, однако в итоге были вынуждены пойти с ней на переговоры и частично отложить реализацию наиболее чувствительных для России пунктов документа.